Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Приветствую вас на своем канале! Как было бы здорово пригласить друзей в гости и порадовать и удивить их необычной сервировкой стола. А я предлагаю отличную тему – морской стиль. Кстати, можно и без друзей, для себя, для любимой это все сделать. Можно, конечно, пойти в магазин и просто тупо купить сервиз с морской тематикой. Но мне кажется, что гораздо интереснее пересмотреть свою посуду, взять какую-то из них чай за основу. Кстати, проще всего, если у вас посуда белого цвета, она подходит ко всему. А потом уже к ней прибавлять какие-то ракушки, мотки бечевки. Ну, для всех, для нас поездка на море была, а я думаю, что каждый из нас когда-то побывал в жизни на море, она была незабываема, и у многих до сих пор хранятся какие-то сувениры, привезенные оттуда. И как хорошо использовать бы и их. Ну, или можно сделать просто своими руками, оформить бутылки в морском стиле, украшенные тем же раковинами, или вырезанными из картона и покрашенными в синий цвет якорями. Дайте волю своему воображению. Но, в конце концов, можно положить и просто скрученную бельевую веревку, напоминающую канат. Ну, кстати, еще лучше привлечь для этой цели детей. Им это будет и полезно, и безумно интересно. А потом устроить, может быть, сначала даже праздник для детворы. Ой, как же они будут рады. Но я думаю, что и для взрослых это будет такой же незабываемый праздник. И сколько же в этот день вы услышите интересных историй, воспоминаний. Ну, я думаю, пора порадовать себя, мои дорогие. И, кстати, вот вам несколько идей для сервировки. Надеюсь, они вам пригодятся. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention. Giving you a smile, I can seem to look away. Just your eyes that have lit.